Ежегодно в городе проходит конкурс «Семья года». Участники соревнуются за почетное звание «Многодетная», «Приемная», «Спортивная», «Творческая семья» и «Семейная династия». Итоги будут подведены в конце мая. Познакомимся с участниками этого года. Папа – администратор камерного оркестра филармонии, мама – директор музыкальной школы, сын – певец и ведущий городских мероприятий. Участвовать в конкурсах и состязаниях – хобби династии Тихоновых-Чичваркиных. Одних дипломов, кажется, около сотни. Занимаюсь концертами, гастролями. Такая моя обязанность. Раньше играл в оркестре, а теперь уже 50 лет стаж у меня. То есть вся ваша жизнь была в культуре? Вся в культуре. Александр – яркая личность. С 5 лет занимался в вокальной студии А+Б. Уделял в равной степени время творчеству и спорту. Сейчас молодой человек – солист известной в Иванове группы «Флэш», выступления которой можно увидеть на городских и областных концертах. В семье решили, продолжать профессионально заниматься музыкой Александр не будет. Сейчас он одновременно учится на экономиста и переводчика. Все свободное время посвящает любимому хобби. На самом деле, петь – это круто. Я верю, что все любят петь. Это придает много эмоций положительных, позитивных. Буду воспитывать детей также обязательно. Вот это духовное образование, музыкальное, спортивная. Татьяна плотно занимается волонтерством. Организует концерты для детей из детских домов и инвалидов. Уже 3 года при ее участии в городе проходит межрегиональный детский фестиваль электроакустической музыки «Музыка нового века». В 2008 году семья стала победителем конкурса творческих династий. Вся наша семья музыкальная. И музыке мы посвящаем все свое время, и профессиональное, и свободное. И когда приходят гости, мы вместе поем, играем, музицируем. Мы вместе обсуждаем все наши выступления от нарядов до репертуара. Сегодня у Татьяны Николаевны день рождения. В семье есть традиция поздравлять маму необычно. Сын и муж сделали для нее летающую открытку. В творческой семье и подарки должны быть оригинальными. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.